Hello, френды, с вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров из Китая». Сегодня у нас такая вот посылочка с сайта Banggood. Это, как я вам обещал, беспроводная зарядка. Вот так вот упакована, пришла за 35 дней, почта Китая, оценена в $3.80. Давайте вскрывать. Упаковка, как и обычный раз. Обычно не такая не пупырчатая. А все уже самое главное завернуто вот в такой как-то пенопласт какой-то необычный, не знаю, как он называется. Давайте вскроем. Вскрыли. Ну что ж, внутри у нас находится беспроводная зарядка стандарта QI. Вот так вот написано. Нарисована Lumia. Немножко вот тут повредилась коробочка. Вот так больше вроде никаких повреждений видимых нет. Ой, ну что, пишет, что 800 миллиампер отдает. Ну, в принципе, эта зарядка должна, ну, с помощью этой зарядки, понятное дело, если 800 миллиампер часов, то, например, у меня планшет будет заряжаться медленнее, чем, ой, что-то тут мешочки, медленнее, чем от сети. Но более подробный обзор и вообще, в принципе, принцип работы беспроводной зарядки стандарта QI я расскажу вам в отдельном видео, а пока что давайте посмотрим, что себя это представляет. Ну, в комплекте у нас только получается зарядка. Сама сделана качественно. Приятный пластик, тут немного шероховатый. Тут только вот гнездо для зарядки получается. Работает только пока что, ну, можно, понятное дело, и от сети, но в комплекте только USB кабель. Вот тут вот подсоединяется. Блин, а там написано 800 мАч, тут 1000 мАч. Ну ладно, будем смотреть, кому верить. Сравним потом зарядку. Также в комплекте какой-то брошюрка на английском языке. Ну что же, пойду пробовать, а вы подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про Инстаграм, Твиттер и другие группы ВКонтакте. Ждите полный обзор. Пока, друзья!